Не лучинку. Эх, нельзя ли от четвертинки отделить осьмушку? Нет, никак нельзя. Батюшка, не видите ли какого-нибудь приятеля, которому понадобились бы беглые души? А у вас есть и беглые? В том-то и дело, что есть. Вся дело выправки. Тише, батюшка, не слышно. Говорит, будто и свет простой. Да ведь он человек военный, мастер придумывать шпоры. Вот если бы похлопотать по суда... А сколько их будет числом? Десятков до семи тоже наберется. Нет. А ей-богу так, ведь у меня что ни год, то бегут. Народ такой прожорливый. Завел от праздности привычку трескать. А у меня и самого есть нечего. А я бы что за них не дай все взял бы. Вы посоветуете вашему приятелю. Ведь тащи столько десяток. Вот уж у него и приличная деньга. Ведь риск обешанин чистой в 500 рублях. Нет. Этого мы приятелю и понюхать не дадим. Но раз уж вы действительно так стиснуты, то, будучи подвигнут участием, я готов дать, но это такая безделица, о которой даже странно и говорить. Сколько вы дали? 25 копеек за душу. А как вы покупаете на чистые? Да, сейчас деньги. Ну, батюшка, уж вы нищеты мои, дали бы по 40 копеек. Почтеннейший, не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы. Потому что вижу, бедный, почтенный старик терпит по причине собственного добродушия. А ей-богу так, ей-богу добродушия. Ну, брат, видите, я вдруг постиг ваш характер. Так почему же вы мне не дать по 500 рублей за душу?